После определения кандидатов 4 октября 2017 года на заседании 23-й сессии Совета муниципального образования Славянский район депутатам предстояло провести процедуру голосования. На заседание сессии выносится один вопрос об избрании главы муниципального образования Славянский район. Вношу предложение утвердить повестку дня сессии. Прошу депутатов голосовать. Кто за? Против? Воздержались? Решение принято. По регламенту сессии слово было предоставлено как самим кандидатам, так и депутатам, которые могли высказаться в поддержку или против кандидатур, представленных на голосование. Заслушав все мнения, выбрав из своего состава счетную комиссию, депутаты приступили к процедуре голосования. По ее результатам, депутатами Совета, главой Славянского района на период 2017-2022 годов избран Роман Иванович Синеговский, отработавший главой района в течение 5 лет с 2012 по 2017 годы. Результаты голосования. Синеговский Роман Иванович за 31, против 0.